салфетики. Мороженое. 8 сортов. Американские буфеты. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Город Ноксвилл, Теннесси, штат. Зашли покушать в китайский буфетик. Все кушать можно за $10. Это со сладости я начинаю. Печеница, какие печеница, пирожницы маленькие, разные. Вот эти вещи можно накладывать на тарелочку, и они все это поджаривают. Грибы, макароны, мясо нескольких сортов. Здесь у нас из фруктов креветки на льду, дыня, арбуз, абрикосы, персики, желейные всякие сладости, оливки, соленые огурчики. Это халапеньо, такой острые соусы, различные бананы, виноград, апельсин и какой-то еще. Так, теперь здесь китайское пасто. Брокколи чикен, пеппер стейк, грибочки, машрум чикен, грибы с курицей. Это запеченные шримпы, креветки, картошка. Это бейкед краб, крабовое мясо запеченное, грибы фаршированные. Это палочки. Это рисок отварной. Значит, здесь креветки с луком. Это чикен, курица приготовлена. Crispy chicken, стручковая фасоль. Так, это креветки в кляре, коконат, кокосовом молоке. Chicken general какой-то. Здесь должна быть красная рыба. Семга. Egg rolls, chicken stick, это типа барбекю. Здесь креветки, рис, макарончики, это fried drumstick, пельмени жареные с соусом, это всякие китайские супы. Суши, суши нескольких видов. Такие, ну, в общем, не дорогие, а такие простенькие вариации суши. Вот. Ну, вот из этих ингредиентов они все это делают из крабовых палочек в основном. Это васаби, это джинджер. Здесь какие-то хрустящие штучки. Похрустеть в камеру, да? Ну вот. Все, что вы хотите, все можно есть. Много. Пока сознание не потеряете. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Вот такие в кляре есть креветочки. А это куриные крылышки. Это крабовые какие-то рулетики.